ли он меня возвращать? Мужчина злится на вас, хочет, чтобы отношения шли по его плану. Возможно, была какая-то ссора, какой-то скандал. Возможно, просто вы сказали друг другу очень много лишнего. Но по карте дьявола он хотел бы, чтобы вы были с ним. Он не может забыть вас, тяжело переживает то, что вы не вместе. Дверь закрыта. Вы для него любимая женщина. Женщина, с которой он хочет быть вместе. Будет ли он вас возвращать? Есть какой-то обман. Мужчина стремится к вам, как король жезлов. Готов ждать столько, сколько нужно. Будет ли он предпринимать какие-либо активные действия? Он не знает, что ему делать, но надеется, что дверь в вашу жизнь сейчас открыта. Да, мужчина, скорее всего, будет вас возвращать по тройке жезлов, потому что ему без вас действительно плохо. Потеряв вас, он понял, что вы для него значите. Сейчас вы закрылись от него, ведете себя как королева мечей. Он очень хочет перемен, хочет, чтобы все наладилось, хочет, чтобы ваша обида прошла. Следит за вами в сети, хочет с вами о чем-то договориться. Надеется, что вы все-таки откроете ту дверь, которая сейчас закрыта. Растерян, не знает, как ему вас вернуть. Боится, что это невозможно, боится, что он сделал слишком больно. Но все равно будет пытаться, потому что понял, что именно с вами он был счастлив.